За мен е голямо удоволствие с няколко думи да ви представя този човек, който седи пред вас и който е посветил живота си на великото изкуство Ким. Но най-напред ми позволете на халството, защото знаете, че у нас е прието, когато някой представя някого, да говори най-вече за себе си. И за това ще ви кажа няколко думи за мен. Тези думи се отнасят за едно време от преди точно половин век, когато аз бях студент. Имах удоволствието да бъда стажант на един филм, който се казваше Юлски дъжд и чийто режисьор. Представете си, това беше моята изненада, когато видях един нисък, енергичен човек, а всички казваха, той е голям режисьор. И тогава разбрах, че за да бъдеш голям творец, не е необходимо да бъдеш висок 2 метра или повече. Важното е да имаш голям талант. Ама Ненко Циев го има този талант в излишък. Той е от поколението, което направи един поврат в развитието на съветското кино. Това е поколението, което дойде след 1956 година. Поколението, което вкара в съветското кино такива мотиви, като човешкото достоинството, филми, които воюваха да се запазят тези нравствени качества по човека. Вие помните всички негови филми, но нека ви спомена тези, които бяха златни страници в развитието на съветското кино. Пролетна улица край речка, двамата феодоровци, съставата на Лич или след намесата на Никита Хрущов се казваше «Аз съм на 20 години», Юлски дъжд, после слов и така, така до наши дни. Той е лауреат на много фестивали, има много награди. Но аз мисля, че нашата награда, която ние даваме за неговия принос в развитието на световното кино, ще му бъде скъпа и мила, защото ние даваме тази награда от сърце и с голяма любов. Честито! Я, конечно, вы не удивитесь, если я вам скажу, что я поднялся на эту сцену с большим волнением. Можно продолжать? Все понимают. Все понимают. Дело в том, что я не раз бывал в Болгарии, но бывал давно. И я, так сказать, с грустью отмечаю, что, к сожалению, очень дорогих и близких мне людей уже я не встречу на этот раз. Но я их имена и память о них храню в своем сердце. Хотя я с радостью узнал, что в зале находится тоже мой давний друг Гоша Стоянов, но только я вот не вижу. Ох, как мы с ним выпивали, хотя с кем я не выпивал здесь, без этого уже просто нельзя. Да, ну и я, конечно, чрезвычайно, я повторяю, изволнован и тронут вот той причиной, почему я, так сказать, здесь, что-то такое уже держит, что мне научить. И для меня это очень большое событие. Уверен. Это диплом. И видите, видно диплом. Это женская фигура, причем очень хорошо сложена. Знаете, ну это
Я все-таки после нашего посетника наблюдал, была еще в два раза больше. Я боялся, что не пройдет. Я не могу лучше. Я бы не могу осилить. Спасибо. Дайте мне так, чтобы я бы посылал вашу. Сложные картины, да, надолго длится. Персонажи этой картины Лев Толстой и Антон Палач. И поэтому я с удовольствием представлю вам продюсера, а там скромно сидит, Ольга Борисовна. Ну, если бы она вышла на сцену, она не выйдет, то вы вот убедились бы, что фигура у меня не хуже. Правда, я ценю ее не только. Поверьте. Благодарю. Успех на вас. Я вам спасибо и желаю успеха на том картине. Да, пора, а то я очень знаю, куда иду ваше внимание. Спасибо. Няма да злоупотребяваме повече с вашето внимание, защото ви предстои да видим един филм. Желая ви приятно гледане и заповядайте следващите дни на всички прожекции, които са отделени в програмата на фестивала. На добър час!